Дякуємо, що приїхали, дякуємо за запрошення. Школа в хорошому стані. Да. В этом году вже перевиконаний на 185%. Вот, главный спонсор. Ольга Владимировна, ми з нею вдвох працюємо. Гостей дорогих, ми вітаємо щиро, зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Для гостей відкрита школа наша світла, тільки б жодна кривда в неї не забігла. Щиро вітаємо вас на святі, приуроченому подій, яку ми всі так довго чекали, відкриттю дитячого садочка. Цей чудовий день малюки з села Петропавлівка Богодухівського району переступлять поріг дитячого садочка. Символічної стрічки запрошуємо наших шановних гостей. Шановні гості, почесне право вручити символічний ключ. Благодаря сплоченной работе всех неравнодушных людей, благодаря желанию громады каждого из вас в отдельности и все вместе вы смогли преодолеть большие рубежи, и вы смогли открыть сегодня этот детский сад. Когда открываются новые учреждения, особенно что касается наших детей, то значит мы живем, значит мы развиваемся. Благодаря действительно бюджетной децентрализации местные бюджеты увеличились на большое количество процентов, и в вашем селе это 80% плюс к тому бюджету, который был. А вот правильно распределить и честно к нему подойти – это огромное внутреннее состояние патриота Украины. От имени Игоря Райнина, главы области, я поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю вам, родителям, вашим деткам здоровья, благополучия, успехов, удачи, новых познаний, хороших впечатлений и позитивного настроения. Я дякую всем, что у нас дітки є. Я дякую, что у нас чудова громада. Я дякую, что мы так быстренько с вами ее сделали. Буквально эти работы мы сделали за 3 месяца. 1 січня 2016 года мы берем на безкоштовне утримання детей, учасників АТО и детей багатодітних сімей. Решта будет платить 50%. Остальные витрати на себе бере сільська рада. Я очень благодарна главе нашей области, нашему губернатору Райнину Игорю Львовичу и очень светлому и доброму человеку, Светличной Юлии Александровне. Благодарна я им за то, что они помогли нам приобрести детскую площадку. Это для нас было большой сюрприз, и большая им от нас всем благодарность и большой поклон. Расскажу про Украину, белые проводки для синих лавных уполнен. Белые чаты, где София, где чудовая листа Киев, краще на земле.